В Порецком районе намерены развивать агротуризм, а именно создавать конные туристические маршруты. Об этом говорили в ходе рабочей поездки министр сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова в муниципалитет, где он посетил конеферму. Ферма здесь находится еще с советских времен. Изначально это была муниципальная конно-спортивная школа. Однако ее содержание району обходилось слишком дорого. Средств и рабочей силы не хватало. Поэтому было принято решение школу приватизировать. Теперь здесь находится крестьянско-фермерское хозяйство, которое и дало начало развитию агротуризма. Наш местный крестьянин создал здесь своеобразную небольшую культурную зону. Здесь содержатся лошади разные, и в том числе есть и пони маленькие, и люди с детьми, семьи с разных близлежащих районов, Шумелинского, Сеченского, Алаторского, особенно дети, которые страдают церебральным параличом, говорят, очень это полезно, они приезжают сюда и как бы это называется ипотерапия, такая вещь, которая помогает им, и дети радуются, и родители радуются. Идея создания конных туристических маршрутов появилась давно, но сразу воплотить ее в жизнь не удалось. Сейчас этот план снова вспомнили. За советом обратились к министру сельского хозяйства Сергею Артамонову. В свое время даже задумывался такой конный маршрут, когда приезжали бы сюда туристы, мы их на лошади доводили до села там Кожевин, или там у нас есть прекрасное место Красный Яр, оттуда спускались БП Сурье на лодках, а потом бы люди, соответственно, продолжили свой отдых. Все это в перспективах. Сергей Артамонов идею поддержал. Он отметил, для реализации задуманного есть все условия. Места в Порецком районе красивые. Живописные леса и река Сура. А в помощь действует целый комплекс мер господдержки предпринимательства на селе. Профильный министр посоветовал подготовить бизнес-план проекта, а также активно участвовать в конкурсном отборе на получение грантов для развития фермерских хозяйств. Екатерина Данилова, Вести Чувашия.